КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Она рухнула за пределами исключительной экономической зоны Японии, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Йонхаб Ньюс Адженси. Сейчас военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты. В то же время это первая баллистическая провокация со стороны КНДР в этом году. Последний раз Северная Корея проводила испытания 17 и 18 декабря 2023 года. Как отмечает NHKWRLDJAPAN, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Стоит пояснить, что исключительная экономическая зона ⁇ это прилегающая к территориальным водам прибрежной страны территории моря и континентального шельфа. Максимальная ширина зоны составляет до 200 морских миль, 370 километров, в пределах которых страна имеет право на разведку, добычу и управление природными ресурсами, военная деятельность, КНДР. Северная Корея регулярно заявляет о своем «бесспорном» статусе ядерного государства, и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей. 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе, Ипхёнда и Пеньонда, что заставило эвакуироваться жителей островов. Еще 60 снарядов она выпустила и на следующий день. Между тем США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.